Итак, следующий бой нашей программы сегодняшней. Роман Романчук, представитель сборной России в красном углу ринга, и в синем углу Рустам Саидов из сборной команды Узбекистана. Длинным этот бой не будет. Ничего себе темп взял Роман Романчук. Ну, с Рустамом Саидовым, надо сказать, довольно давно многое понятно. На Олимпийских играх в Афинах не произвел он впечатления. Я, честно говоря, удивлен, что он вообще остался в любительском боксе. 18-1. Вот посмотрите, каким спуртом буквально сметает Романчук с ринга своего оппонента. Вот это вот бой. Даже толком мы представить мы не успели нашего боксера. 21-2. Саидов только чуть-чуть оттянул окончание боя. Да, серьезно.